Медь достигла максимального уровня за последние 8 лет в пятницу, так как распространение электрокаров способствовало росту спроса на металл, поскольку для производства одного электромобиля требуется в 4 раза больше меди, нежели для двигателя внутреннего сгорания. Фьючерсы на медь поднялись выше 8 тысяч долларов за тонну в Лондоне впервые с января 2013 года, главным образом при поддержке крупных инвестиций в технологии возобновляемой энергии, от электрокаров до офшорных ветряных электростанций. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что в стране был выявлен новый штамм COVID-19, который имеет более высокую скорость распространения, нежели первый вирус. Новости побудили некоторые страны ввести запрет на путешествия и закрыть границы. Например, Франция закрыла свои границы для людей и грузовых автомобилей, прибывающих из Соединенного Королевства, таким образом блокируя один из наиболее важных торговых путей в материковую Европу. Цены на нефть потеряли около 2% во вторник, увеличивая убытки, полученные на предыдущей сессии, поскольку новый штамм COVID-19 в Великобритании возобновил опасения по поводу восстановления спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,4% до $50.16 за баррель, ранее опустившись на 1,7%, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,6% до $47.18 за баррель после падения на 1,9%. 10% ранее на сессии.